Всем привет! В нашей семье очень любят рыбу. Но вот не зря нас, поморов, называют трескоедами. Потому что делиться я сегодня с вами буду рецептом трески в сметанном соусе. Для рецепта я подготовила 600 грамм филе трески, 1 луковица, 1 морковь, 150 грамм сметаны, 2 столовые ложки пшеничной муки, 100 миллилитров воды, половина чайной ложки соли и растительное масло для жарки. Филе трески я нарежу на 8 одинаковых по размеру кусков. Затем на плиту поставлю нагреваться сковороду с растительным маслом. Соль хорошенько перемешаю с мукой. И в этой муке я буду обваливать со всех сторон каждый кусочек рыбы. Перекладываю рыбу на нагретую сковороду и буду обжаривать с обоих сторон примерно по 5 минут. А пока обжаривается рыба, я натру на крупной терке морковь и нарежу луковицу небольшими кубиками. Обжаренную рыбу я перекладываю в тарелку. А на освободившейся сковороде я сперва слегка обжарю лук, а затем добавлю к нему морковь. И буду обжаривать все вместе примерно 6-8 минут, не забывая при этом периодически помешивать. После чего я добавляю к овощам сметану и вливаю воду. Соус солю по вкусу и хорошенько перемешиваю. Довожу соус до кипения и выкладываю в него кусочки жареной рыбы, слегка притопив их. Буду держать на малом огне под крышкой примерно пару минут. Треска в сметанном соусе готова. На гарнир можно подать отварной рис или картофель. Блюдо, как вы убедились, очень простое, но от этого не менее вкусное. Приятного вам аппетита! Готовьте с удовольствием! Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А я с вами прощаюсь. Пока-пока!